Устранение различного рода барьеров для организации и развития малого и среднего бизнеса – одно из актуальных направлений государственной политики. Еще в 2008 году федеральным законом были утверждены правила отчуждения государственного и муниципального имущества, арендуемого субъектами малого предпринимательства. С момента вступления в силу данного закона в Чувашии предприниматели заключили 628 договоров купли-продажи. Из них 316 заключены с предприятиями малого бизнеса, 293 договора с микропредприятиями численностью работников до 15 человек. В июле этого года в федеральный закон были внесены изменения. Какие именно, в интервью министра имущественных и земельных отношений Чувашии Светланы Янилиной. Изменены сами условия. Если ранее в действующем законе предусматривалось право выкупа, срок был установлен только до 1 июля этого года, то этот срок продлен на 2 года, то есть до 1 июля 2015 года. Это первое изменение. Следующее изменение. Исключены те предельные размеры, которые были установлены для субъектов малого предпринимательства. И следующее, также изменены условия. То есть, если ранее они должны были до августа 2008 года арендовать в течение 2 лет, то сегодня этот срок тоже пересмотрен. Он установлен до 1 июля 2013 года. Субъект малого предпринимательства должен арендовать это имущество 2 года. Нужно отметить, что внесенные поправки расширяют возможности выкупа арендуемого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В связи с принятыми изменениями федерального закона еще 228 представителей малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться преимуществом при выкупе арендуемых объектов. Из них 144 в Чебоксарах. Общая площадь недвижимости почти 33 тысячи квадратных метров. Согласно внесенным поправкам, воспользоваться своим правом предприниматели смогут до 1 июля 2015 года.